Здравствуйте, ребята. Значит, я нахожусь у врача, ну, у окулиста, короче. Вот это здание, значит, офтальмич, очень у нас считается крутым, короче, по глазам и так далее. И, значит, какая у меня проблема? Значит, когда я ствол сдвигал ближе к компрессору, короче, хотел сдвинуть, там бормашинка и работал, и в правый глаз что-то у меня попало, короче. Ну, я пришел, и кому интересно, я вам сейчас ценники могу, этот, как его, показать. Значит, ребята, в общем, я заплатил 50 лар. Значит, как мне разъяснили, да, ребята, за это, чтобы чужое тело или антитело вытащить оттуда, стоит 15 лар. А консультация стоит 35 лар. Поняли, да? Вот она, ребята. Вот здесь написано, консультация врача 35 лар и антитело, что вытащить, 15 лар. Сравниваем, значит, с ценами. Я не знаю, у кого какие там цены в странах. У нас так. И еще мне, значит, сделали проверку. Правый глаз 0,8, ну как бы, а левый глаз 0,7-0,8. Ну, я считаю, что у меня все 100%, или уже ближе к 40 годам, уже не 100. Короче, ребята, вот такие пироги вот. Я не знаю, сейчас зайду, вот это антитело оттуда вытащат. И чтобы я не стал этим, короче, одноглазым пиратом в руках МР-512. Вот так вот. Вот она. Джавришвили клиник, ну, Опталмиджи написано здесь, Опталмиджи, вот. Это имя, моя фамилия, все. Все, я сейчас зайду, короче. Вот здесь уже покапали что-то. Посмотрим, одним словом, что получится. Ребята, вот смотрите, черная точка на вате, видите? Вот она, во-во-во. Вот его, значит, из глаза вынули, значит. И цены я вам повторю. Значит, 15 лар, чтобы вынимать вот эту херню. И 35 лар за консультацию, значит. Вот. Ну, это 1000 с лишним рублей где-то. Вот видите, такая точечка маленькая. Во-во-во-во-во-во-во. Во. Вот она, во. Я его сохраню, естественно. Потом я сниму его через увеличительную трубу. И еще, ребята. Еще, значит, ребята, всем советую, чтобы при работе пользовались очками, ребята. А то одним глазом, естественно, одним глазом не пострелять, ребята. Не пострелять одним глазом, хорошо, так сказать. Все, вот такие пироги, короче. Я попрощаюсь с вами. И еще раз, убедительно, не то что советую, всех прошу, что без очков не работайте, ребята. Без очков не работайте. Все, пока-пока. Ребята, я все-таки сниму сейчас завершительную серию, так сказать, через увеличительную вот лупу, значит. Вот я его притащил до дома. Вот она какая малюсенькая, ребята. Маленькая, да удаленькая, так сказать. И вам расскажу процесс, как она мне его, значит, доставала. Шприц она точно вот такой вот согнула вот этот острие, или как называется, значит. Этим, значит, она взяла, ну, она, естественно, новый шприц открыла, вот. Потом я говорю, что давайте мне его
Она говорит, не положено с поликлиники, или как там сказать, ну, использованные вещи забирать. Мы их, говорит, мусори на утилизацию. Говорит, давайте я вам лучше новый подарю. Вот она мне подарила, значит, новый шприц. Значит, давайте посмотрим. Вот я иглу здесь приставлю, чтобы было получше видать вам. Вот она, вот. Вот она, ребята, такая малюсенькая, но почти его 3 ночи не давала спать нормально. Ну, не нормально не увеличивает даже лупа. Она такая малюсенькая. Но штука острая, значит. И, значит, она мне выписала, ребята, на 5 дней, 5-7 дней. Вот флоксидол, значит, капать. Ну, на инструкцию сейчас посмотрим. Ну, здесь, ребята, по-русски не написано, но главные слова я вычитал, я переведу. Значит, капли для мурководов, рукожопов. Вот так. То есть для меня. Мурковод. Жопа рук. Вот так вот. Вот причина, ребята. Вот я, значит, вытачивал компрессор. Вот. Ну вот чайный рукожоп, ребята. Без станка это дело получается вот так. Некрасиво. Некрасиво получается. Но что получается, получается. Раз мы, значит, цены сравниваем, ребята, давайте сравним цену. Значит, вот этот у нас стоит. Сейчас я вам скажу. 10,65. Это, грубо говоря, ребята, 200. 70 рублей. 270 рублей. Значит, вот мне без очков, что я работал, сегодня мне обошлось, ребята, значит, 15 лар за то, что его вытащить из зрачка. Он прям в зрачке торчал, кстати. 35 лар за консультацию. Это я вам сейчас скажу, сколько. 1250 рублей. И плюс за лекарство, значит, 270 рублей. Считаем, значит, получается у нас полтора штуки 1570 рублей, да? Не, 1520 рублей получается, ребята. 1520 рублей улетели из-за того, что я без очков работал, без очков рукожопил. Извиняюсь за такое слово, но по-другому не назовешь. Так что вот так, ребята, я не знаю. Еще раз вам, ну не знаю, всех прошу, чтобы без очков ни в коем разе не работать. Ни на бормашинке, ребята, тем более ни на болгарке, ни на что, короче. Ну, слава богу, глаз выжил как следует, нормально. Этот глаз, ребята, я вам не совру, уже второй раз именно правый глаз страдает, значит. Вот смотрим на иглу, да. Вот такие иголки, ребята, есть. У этих, как его, щеточки, что на болгарках ставится. Так одна иголка улетела и прямо в зрачок. В тот раз тоже прямо в зрачок, ребята. Я вам клянусь ребенком, что на 8 миллиметров он торчал в зрачке. Я не мог глазом как сказать, моргнуть, короче. Сразу меня в Тбилиси отец отвез и вытащили вот эту штуку, вот иглу такую от болгарки, от щетки болгарки. Врач меня тогда обозвал мазохистом. О, блин, мазохист. Вот так вот. Ну, в тот раз тоже без очков работал, ребята. Не знаю, сколько еще перечислить. Короче, вот такие пироги. Все, пока-пока, ребята. Желаю всем здоровья. На 100%, что видели все. И. Короче, вот такие пироги. Пока-пока.